Вот так легко и ненавязчиво, элегантно мы перешли к справлению юбилея Наума Шика, который он пытался не справить. Но с такими друзьями, как у нас, это вряд ли удастся. Собственно, его большое нежелание справлять юбилей я понимаю. Вот предыдущая песенка была написана нашей московской подругой Машей Русиной, которую я просто давно не видела. Она там пишет «Большой Наум». Она не знает, что от Наума практически ничего не осталось. И, конечно, в ситуации, когда он и раньше-то не пил, а теперь он еще и не ест. В подобной ситуации справлять юбилей, конечно, абсолютно неразумно, я его понимаю. По-моему, жить-то не стоит. Мотивации абсолютно нет. Никакой. Но, тем не менее, мы не могли ему позволить так с нами поступить, поэтому мы ему кое-чего понаписали. Свой трагический рассказ я начну угрюмо. Ведь теперь про «Между нас» ходит пол Наума. Пол Наума, что ушло, унесло давление, но с давлением прибрало жизнь и наслаждение. Ну а те Наума пол, что остались с нами, смотрит на накрытый стол грустными глазами. Раз в желудке ни хрена, он питает душу. Всех-то радости одна – музыку послушать. В рот сегодня он кладет лишь мундштук от дудки. Он не курит, он не пьет, да и ест раз в сутки. Кофр гитарный у него ветром чтоб не сдуло. Ведь лишился он всего – и стола, и стула. Флейта грустная поет, навевает думу. Нам сыграет через год только треть Наума.